Минздраву захотелось отчислений с докторской, но Минсельхоз против. Так будет ли введен акциз на колбасу? Цена свободы слова. За критику главы компании в соцсетях Аэрофлот забрал платиновый статус у клиента. Сколько живности в вашем холодильнике? Считаем бактерии в бутылке кефира вместе с главными товароведами Москвы-24. Букер и Пулитцер на колесах. Заглянем в абонемент главного библиотечного зала столицы пригородной электрички и узнаем, что читают москвичи. Прямо и сейчас Иван Лозовой в студии «Москвы-24». Доброе утро. 6:00 утра в столице. 20 ноября на календаре. Это вторник. Термометр показывает не самые приятные значения. Ну что поделать, не Майами, да и не месяц май. Давайте попробуем посмотреть на Москву с высоты птичьего полета. А вот вид, пожалуйста, если мне не изменяет память, это Ленинградское шоссе. А вот сейчас у нас будет вид с Останкинской телебашни, который говорит сам за себя. Вида нет, потому что облачность очень низкая. Но на улице пока что сухо.